По итогам заседания Народного совета определили 10 основных направлений расходов в рамках года первой медико-санитарной помощи на Дону. Проект «Народный совет» утвержден губернатором Ростовской области. Его задача – сбор предложений жителей Донского края о том, какие задачи являются первоочередными для отрасли первой медпомощи. Мы получили около 12 тысяч предложений различных. Необходима была работа по обобщению вот этих, этой большой массы предложений. И мы сегодня на круглом столе совместно с экспертами, со специалистами обсудили эти предложения. Из отобранного пула предложений выберут основные пункты путем голосования, которое пройдет с 1 по 15 сентября. Для их реализации планируют освоить 500 миллионов рублей. Это сумма гранта, выделенного Ростовской области из федерального бюджета за эффективную деятельность губернатора и органов исполнительной власти.